Хай, ребята! Сегодня мы будем играть танковый биатлон в War Thunder. Это какой-то новый режим, который добавили недавно. В нем нам будет нужно проехать до конца трассы и выстрелить, я так понимаю. Я еще не играл, давайте попробуем. A few moments later. Попытка номер 4. Выбираем Т-80У. Частая ошибка номер один. Многие выбирают Т-72БЗ вместо Т-80У, но Т-80У имеет большую максимальную скорость, поэтому стоит выбирать его. Нормально. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. В бой! Главное не поворачивать, главное не поворачивать. Похоже, самое главное. Частая ошибка номер два. Многие поворачивают, когда едут. Это очень плохо сказывается на скорости. Поэтому не стоит поворачивать. Мы на первом, смотри! Смотри, смотри! Ай, заносит нас! Пока что мы на первом. Газуй, газуй. Давай. Наконец-то мы побеждаем. Ну, блин, не поворачивай. Так, давай поворот, поворот, поворот. Ошибка номер три. Многие стараются ехать по наезженной дороге, но стоит ехать по более прямой дороге. То есть, прямо возле этих взрывчатых столбов. Чем будет прямее дорога, тем будет больше ваша скорость. И меньше будет времени затрачиваться на один поворот. Быстрей! Газуй! Поворот! 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 А, нет! Поворот! О! А, списались! Ошибка номер 4. Многие прикасаются к этим столбикам, думая, что ничего не случится. Но эти столбики взрываются и очень сильно замедляют танк. Не стоит к ним прикасаться. Поворот! Ай, ладно, не вписались. И это что не засчитал? Ну как так-то? Газуй, газуй, быстрей, быстрей! Ну, быстрей! Ну! О! Давай, газуй, 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 газуй! Поворот. Газу, газу, газу. Давай газу. Так, тут надо быть осторожным, крайне осторожным. Ну что такое? Ну у меня графика. Ну на нуле она. Ну почему у меня лагает? Ой, я не по тому маршруту поехал. Но я думаю, ничего плохого не должно случиться. А. Давай. Все, мы побеждаем. Сейчас главное стрелять хорошо. Газуй. 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 Ого, мы первые, давай. Давай, давай. Правый поворот. Направо, давай. Мы сможем. Сейчас мы победим. Я это знаю. И я в это верю. О, ну вот. Сейчас через водичку. Давай. Давай, давай. Газуй, газуй, газуй. И... буль. Газ, полный газ. Я нажал. Я сейчас мышку... Ай, клавиатуру сломаю. С мышкой все в порядке. Так, давай, 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 давай. А, давай, давай. Сейчас самое главное, это стрелять хорошо. Прям, чтобы вообще чётенько стрелять надо. Чётенько, прям тютельку в тютельку. Давай. Ага, позиция обнаружена.
Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Ага, позиции есть. Мишень обнаружена. Мишень с пулеметом. Частая ошибка номер 5. Многие стараются стрелять в бронированные цели пулеметом, но пулемет в этом случае поможет только для определения расстояния. Но пулемет хорошо справляется с небронированными целями. Лучше стрелять в небронированные цели при помощи пулемета, так будет легче. А в бронированные цели с снарядами. Мишень готова! Мишень обнаружена! Мишень с пулеметом! Давай! Мишень обнаружена! Мишень... давай! Выстрел! Не попали, ниже! Ну давай, ну давай! Давай! Мишень уничтожена! Так, где? Это пулемет! Мишень уничтожена! Где? Так, выстрел! Уничтожена! Давай! Мишень, вот это! Номер 12, давай! Выстрел! Попал! Где? Вот пулемет! Все уничтожены, мишени! Газуй, газуй, газуй! Ну! Газуй! Мы побеждаем! Круто! Ай, не туда! Не туда! Выстрел! Готов! Ошибка номер 6. Многие не учитывают то, что танк движется со скоростью, а мишень стоит на месте, поэтому стоит стрелять с упреждением. Где? Выстрел! Не попал! Ага, понял, надо стрелять дальше. Выстрел! Не попал! Стоит притормозить, похоже. Выстрел! Вот, попал. Давай, давай, давай. Все, газуй, газуй. Уф. Меня сейчас выкинули бы из игры. Надпись была: следуйте указанному пути. Ну все, смотри, это победа. Наконец-то! Вот я могу, а я думал, что не могу. Ошибка номер 7. Не стоит расслабляться на финише. Нужно ехать только по прямой и ни разу не поворачивать. Давай, давай, давай. Биатлон я победю. В этой серии я победю. Побежу. Побегу. Это ведь биатлон. Я здесь побегу. Ну, в общем, мы победили. Поздравляю, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а мы победили! Первое место! Ура! Финиш! Поздравляем, за 6 минут 43 секунды мы прошли танковый биатлон. Пишите в комментарии, какие результаты у вас самые хорошие. Вот это мой самый хороший результат. Ну, в общем, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а всем goodbye!